Кать, мне кажется, тебе нужно поговорить с Севой. Сева? Он явно что-то знает. Они с Никой сейчас на даче. Ну, конечно, Сева. Как я могла о нем забыть? Мне нужен Сева. Конечно. Я не могу так сидеть, когда… Петь, ты ничем не поможешь Ванечке, если будешь так психовать. Ксения Михайловна, замечательные котлеты. Сев, как ты можешь? Ника, но если мы ничем помочь не можем, так что нам теперь всем лечь? И умереть за компанию? Сев! Ребят, прости меня, Господи. Прекратить. Добавки положу? С удовольствием. Ну вот, хоть один человек у нас ест. И ты давай ешь. А то действительно, тут все ляжем и помрем. Сева, ты на свадьбе все видел, мне Лиза сказала? Скажи мне, что именно? Катя, что за бред? Я ничего не видел. Тварь! Ты что? Я тебя убью сейчас! Скажи ты мне! Что? Ты! С ума сошла! Он знает, кто меня изнасиловал, но не говорит! Ну чего ты молчишь? Да что вы тут? С ума все посходили, что ли? Ну говори уже! Ну ладно. Сейчас расскажу. Че орать-то? Катя! Катя, что с тобой? О, черт! Все будет хорошо. И все. Матвей нашел меня в коридоре уже без сознания. Он меня не насиловал. Ну, извини. Это все, что я видел. А почему ты раньше об этом не рассказал? Ну, так меня никто не спрашивал. А, вот оно что. Люди мечутся, у них ребенок умирает, а тебя, значит, никто не спрашивал? Где ты был во время фейерверка? Ребят. Мама, не встревай, пусть скажет. С Лизой я был. С Растопчиной. Трахались мы, понятно? Пошли, дочка. Чтоб ноги твоей здесь больше не было, сукин сын. Тебе нельзя ехать в таком состоянии. Простите, мне надо побыть одной. Нет, я поеду с тобой. Сейчас сумку возьму. Катя! Алло, Света? Катя от меня уехала в жутком состоянии. Я тебя прошу, найди ее, пожалуйста. Катя! Катя, ты где? Я еду! Скажи мне, где ты? Я не знаю, где я. Шанса спасти Ваню больше нет.
У Макса другая женщина, а я, наверное, уже нигде. С последним ты как справился? Говорят, здоровый был. Да, но он медленный, открылся почти сразу. Угу. Я его вырубил апперкотом. Ну, крутой, помнишь, что показывал крутой тренер? Он падает, ну и понятно, что по очкам мы уже вышли. Походу, у этого хорька нет ничего. Откуда он бабло возьмет? У каждого хорька есть норка. А может, еще его жену найти? Ну, чтобы поскорее квартиру продали. Вот. А вот у ближайших родственников мы еще этот вопрос не вентилировали. А если он свалит куда-нибудь? Нет. У него ребенок в больнице в ваховом состоянии, нетранспортабельный. Ну да. Ну вот, надо будет выяснить, у кого что имеется. А пока ждем. Ждем. Сутки еще не прошли. Здесь остановите. Спасибо. Да, хорошо. Стойте, стойте! Катюш, нашла, слава богу. Девочка моя. Чш, не плачь. Все, 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 все. Макс! Ну что, как ты? Да, не спрашивай. Знаешь, что тебе надо сейчас делать? Поехать в то место, где тебя очень ждут. Ты думаешь? Я уверен. Может, ты и прав. Да не может, ты и прав. А я уверен, приедешь и скажешь, что чувствуешь, что думаешь. Катя поймет. Ты сам-то когда-нибудь так делал? Честно, нет, но чувствую, что так надо. Вот когда попробуешь, тогда и будешь давать советы. Макс, я попробую, обязательно попробую, завтра же. Но сейчас речь о тебе. Я что-то пропустил? Ты жизнь свою пропустишь, если домой сейчас не поедешь. Поехали. Ты уверена? Я могу остаться до утра. Не надо, Свет. Со мной все в порядке, честно. Ой. Не могу, сердце у меня не на месте. Ну хорошо, если ты так хочешь, я пойду, конечно. Обещай. Будет одиноко, звони. Все. Точно? Что, Свет? Что-то забыла? Макс.
Прости, я дурак, я дурак. Я такого натворил. Я так тебя обидел. Прости меня, прости. И Ваньку. Ваньке не могу ничем помочь. Макс, я так тебя ждала. А тебя все нет, ты нет. И нет, Макс. Катя, Катя, я люблю тебя. Слышишь, я люблю тебя. Катя, слышишь? Я люблю тебя. Профессор Штейнер только сегодня до вечера будет в Москве. Поэтому шанс встретиться с ним есть только сегодня. Мы обязательно приедем. Все, я жду. Алло. Алло. Матвей. Кать, привет. Послушай меня. В Москву из Германии приехал очень крутой детский нефролог. Ваню обязательно надо ему показать сегодня. Для этого необходима спецмашина. Для транспортировки тяжелобольных. Так что срочно нужны деньги. Да-да-да, я поняла. Мы скоро будем с деньгами. Сейчас приедем. Что? Срочно нужны деньги. Ванечку необходимо привезти в Москву на консультацию. Я в клуб за деньгами в больницу. А я к Ване. Юлька! Иди ко мне. О, слушай, у нас такой шанс появился. Немецкий профессор согласился Ваню посмотреть. Что за профессор? Нефролог из Германии. Суперспециалист. Светило. Отличная новость. Свет, мы с Максом помирились. Я тебе потом все расскажу. Вчера его Леха привез ко мне. Сейчас бегу к Ванечке, мы сегодня его на консультацию везем в Москву. Да. Представляешь? Катюха, я так рада! Погоди, какая консультация? Кто там еще? Свет, я поговорить Леха! Хочу. Леха! Я так рада, Леха! Ура, Леха! Свет! Я так рада, ты понимаешь, они помирились. Помирились, пойдем кофе сделаю. Боже, ну это же так просто. Когда люди любят друг друга, ну что непонятного? Свет, просто взяли, я как раз хотел с тобой о чувствах. Ой, и главное… Так, тебе черный? Да, спасибо. Ты понимаешь, всего-то надо было разобраться, поговорить, выяснить. Все так просто. Ты, да я как раз хотел с тобой поговорить. Вот и я говорю, ну раз Свет, я не права… Свет, я тебя люблю. Что ты сказал? Свет, я сказал, что… Я первый раз в жизни встречаю такую женщину, как ты. Я очень хочу заботиться о тебе и хочу, чтобы ты доверила мне себя. Да. Что да? Я тоже этого хочу. Я хочу, чтобы ты меня любил. Леш, подожди. Я хочу тебе сказать, я знаю, я сейчас, может быть, все испорчу, но это важно. Ты знаешь, я просто, я хотела бы, я могу влюбиться. Свет, и тогда я просто я все понимаю. Я знаю, чего ты боишься. Я тоже уже был когда-то женат и с тех пор заводил отношения только поверхностные. Сейчас, встретив тебя, я боюсь только одного – потерять тебя. Я оторваться от тебя не могу. Алло, да, я слушаю. Игорь? Хорошо. Леш, это очень важно. Мне нужно съездить в соседний город. Точнее, ты можешь отвезти меня в соседний город? У меня машина до сих пор в сервисе. Ну чё? Дим, не суетись. Время терпит. Ждем. Да чего ждать-то? Сейчас проверим, принес он деньги или нет. Вот тварь и сбрасывает.
Ну ничего, сам напросился. Сергей, чего ты здесь? Вот Денис попросил его вещи собрать. Он больше не сможет заниматься. Да, я понимаю. Сам-то как? Спасибо, нормально. Дома все будто с ума посходили от радости. Маша и Миша просят купить им грушу и перчатки. А Димка вообще хочет сам на секцию записаться. Здорово, пусть приходит. Не отправлю я его к вам. Да и сам тоже. Извините, я буду искать другого тренера. Понимаю. Твой выбор. Не буду мешать. Сейчас приедет папа, и мы все вместе поедем в Москву. К самому лучшему доктору, который обязательно тебе поможет. И ты обязательно поправишься. И снова будешь бегать по двору у бабушки на даче. Как вы тут? Настраиваемся на поездку. Макс что-то долго не идет. Пойдем, выйдем на секунду. Пойти? Нет. Это важная страница моей жизни, но прошлой жизни. Тебя я туда вести не хочу. Ну, я дождусь. Я скоро вернусь. Хорошо выглядишь. Зачем звал? Привет. Проходи. Ксения Михайловна звонила. Петру Аристарховичу, какой знакомый начальник, выделил спецтранспорт для перевозки тяжелобольных. Совершенно бесплатно. Как здорово. Я просто хотел сказать, что машина скоро будет. Можем сразу ее рвануть. Да, сейчас Макс должен подъехать. Серега! Серега! Матвей. Чего? А ты уверен, что этот немецкий доктор, ну, сможет помочь Ване? Катюш, ну это самый продвинутый детский нефролог в мире. Да я даже не сомневаюсь, что он сможет определить причину Ваниной болезни. И ты верь.
Только Макса дождемся. Обязательно. Да, он скоро будет. А ты звонила ему? Да, но он не отвечает. Сейчас еще позвоню. Странно, не подходит. Может, звук отключу? Не знаю. Он в клуб поехал, но там тоже никто трубку не берет. Наша съемочная группа первой прибыла на место происшествия. Как нам стало известно, горит здание спортклуба в центре Речноводска. А сейчас вы видите за моей спиной объят огнем уже первый этаж здания. Пожарный расчет уже в пути, прибудет на место с минуты на минуту. К сожалению, выяснить, остались ли в здании люди, нам пока не удалось, но мы будем следить за развитием событий и подробности расскажем в ближайшем выпуске новостей. Матвей, я туда. С вами была... Я не могу, я должна... И решил начать новую жизнь. Да. То есть я хочу рассчитаться за старые грехи. Игорь, если ты хочешь передо мной извиниться, то я давно тебя простила. Все хорошо. Нет, Свет. Это совсем другое. Мне трудно об этом говорить, так что постарайся не перебивать. Хорошо. Я слушаю. Мне ж наплевать на всех было. Газ в пол, и все пофиг. Так и жил. И вот однажды на перекрестке меня встретила фура. Лоб в лоб. В жизни. Приходится за все платить. И вот эта фура, она была моей расплатой. Это я изнасиловал Катю на свадьбе. Что? Сюда кидай! Давай, салат кидай! Там кто-то есть? Пока не знаю. Макс, снимай! Макс мой, да! Живи, живи! Да, 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 да. Сейчас, уже беру, Стойте, какой муж? Все двери снаружи заперты. Как он туда попал? Не знаю, машина туда, но... Стойте! Успокойтесь, там никого нет. Идите, проходите, проходите. Ребята, давай! Ребята, давай быстрее! Серега! Отдельте! Все, иду! Надо молодаться! Ну что? Все двери снаружи закрыты, им не вылезти. Пока пожарные разберутся, спасать будет уже некого. Молодец. Хорошо горит. Угу. А все-таки надо было этого тренера сначала на квартиру выставить. Хоть какая-то компенсация. Ну, мелочи везде. Ну, зачем того по миру пускать? Одна с больным ребенком осталась баба. Пусть живет. Юля? А ты что здесь делаешь? А? Ты чего прячешь? А? Ну-ка покажи! Что за препарат ты вела Ване? А? О, черт! Ванечка! Оля! Да! Вентиляцию легких, быстро! А?
Смотри на меня. Внимательно. На счет три. Поехали. Давай. Давай. Ваня. Дыши, Ванечка. Дыши, 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 дыши. Да, я сволочь. Катя гордая была тогда. Гордая. Слишком гордая. Потому что Катя человек. Она мужа своего любит, а ты... Ты не человек, ты... Ты права. Я хочу как-то искупить свою вину. Я хочу стать донором для Катиного ребенка. Света, я готов отдать свою почку. Все в порядке, что случилось? Это Игорь, мой бывший муж. Он отец Вани. Ты уверена, что он не врет? А смысл врать? Теперь вот готов Ване почку отдать. В эфире срочный выпуск новостей о пожаре в здании Речноводского спортклуба «Марс». Появилась информация о том, что в горящем здании до сих пор находятся люди. Мы будем держать вас в курсе событий. Попробуем через подвал. Соберись, слышишь? Мы должны дойти. Так. А теперь дыши. Только не глубоко. Дыши, дыши. Дыши, вот молодец. У меня жена и сын, и у тебя тоже. Мать, братья, сестра, так что без вариантов. Мы должны выбраться, понимаешь? Значит, получается, все двери заперты? О, молодец, заговорил. Уже хорошо, так давай, идем. Надо попробовать пробраться в подвал. Так, ну-ка давай, опа, вставай, так. Молодец, так держи, все равно. Прорвемся. Давай, давай. Катюш, что случилось? Макс там, с деньгами пошел. Я звоню, телефон не отвечает. Я не знаю, жив он еще или нет. Пожарный ничего служит не хотят. Так, сейчас им Леха все популярно объяснит. Так, Игорь признался, он отец Вани. Он дал волосы на анализ и готов почку отдать. Это дверь, да нельзя сюда, прямой дверь, 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 кабинет. Я тебе говорю, что ты... Ну, надо Матвею звонить. Да разматывай! Так, давай! Ага. Отделение! Давай. Так, тебе жаны, да? Который раз уж еле-еле спасаем. Слава богу, состояние стабилизировали. Бедный мальчик. Как будто сглазил кто-то, честное слово. Да, Свет. Понял. Срочно везите биоматериал на анализ. Срочно. Я пока в больнице. С Ваней сейчас все в порядке. Вот так Кате и передай. Я все поняла. Катя, Матвей сказал, с Ваней все в порядке. Он нас ждет, ему нужен биоматериал. Тихо, тихо, все, все. Вот тяни, тяни, давай. Загазованность большая. Вряд ли кто-то остался жив. Сейчас к середине не дойти, потолок рухнет. Нет, Макс, все, что Макс, смотри, Катя! Взлет! Тихо, тихо, Катя. Катя, тихо, 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 тихо. Давай. Привет, девчонки. Здрасте. Юля вышла? Вышла чуть ли не час назад. И что-то нет до сих пор. Ключей ни у кого нет? Может, ножницы? Вот.
Юля. 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 Юля, скажи мне, ты Ване в капельницу вводила гентамицин? Да. Юлька, зачем? Зачем ты это сделала? Ну зачем? Ты нужен был мне. Мне! Ты только и думаешь о своем Ване. А я... Мне тоже было плохо. Я хотела тебя освободить. Я просто хотела, чтобы у него отказали почки, ведь проблему так легко решить. Зачем подменила тест на отцовство? Ведь отец Вани Макс. Да. Что да? Ну это же так просто. Тогда Ване просто пересадили бы почку и все. А нужно было бы, чтобы он умер, потому что я его ненавидела. Ой. Крестный сын. Да, я хотела, чтобы он умер. Тогда ты был только мой. Но я не хотела его убивать. Дети иногда умирают. И с этим приходится мириться. Ты мне сам об этом говори. Только не бросай меня, пожалуйста. Я очень люблю тебя. Когда умер наш сын, ты хотел бросить меня. Я тогда не пережила. Пожалуйста, будь всегда со мной. Я хотела освободить тебя, чтобы ты всегда был со мной, только со мной. А он мешал мне. Я так люблю тебя. Не бросай меня, пожалуйста. Юлька, тихо. Иди ко мне. Я всегда буду с тобой. Слышь меня? Я с тобой. Я очень люблю. Пожалуйста. Не бросай меня. Я с тобой. Я здесь. Пожалуйста. Юленька, солнышко мое. Я здесь. Сейчас. Сейчас. Ну, подожди. Ну, я сейчас сделаю тебе укольчик, ну, чтобы ты успокоилась. И немножко поспала. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Только будь рядом. Я здесь. Я никуда не ухожу. Я тебе помогу. Ничего не бойся, хорошо? Да. Да. Иди сюда. Все. Все будет хорошо. Вот. Тихо. Иди сюда. Вот и все. Пошли, Егор. Максим Петрович, спасибо вам. И простите. Да ладно, забыли. Макс, живой! Макс! Жив! О, так это у нас. Нормально. Приведи в шпиль. Жив! Макс! Мама, ты плачешь? Нет, все хорошо, Ванечка. Все хорошо. Теперь ты точно поправишься. Пора к операции готовить. Матвей Игнатьевич сам будет ассистировать хирургу. Папа твой готов уже. А где папа? Все, Ванечка, с Богом. Не бойся, родной. Я рядом. Да вот и я не уверен в необходимости операции, профессор. Правильно сомневаешься. Ты все правильно сделал. Если поражение почек,
обратимы, они вот-вот должны заработать. Спасибо вам. Всевышнего благодари. Жутко. Лучше бы у меня почку взяли, чем у Макса. Ничего, все будет хорошо. И все равно лучше бы я сама. Ну что там? Операцию пока откладываем. А что такое? Если удастся снять аллергическую реакцию, то почки сами могут восстановить работу. Поэтому придется немного подождать и понаблюдать за реакцией Ваниного организма. Но это же не опасно для Вани. Нет. Если есть шанс спасти почки, то надо им воспользоваться. Ну, тогда, конечно, мы будем ждать. Ну, тебе терпение не занимать, да, дочка? Вот это точно. Скажи мне, что все обойдется. Конечно, все обойдется. Все будет хорошо, верь мне. Я верю. Когда ты так говоришь мне, сразу становится так спокойно. Хорошо, что ты рядом. Кать, ты знала? Светка такая счастливая, наконец-то. Да, догадывалась. Ну, давно пора. Да понятно, что сейчас не до Игоря, но надо с Максом все равно потом это дело решить как-то. Срок давности у этого дела уже истек, но все же как-то. Лёш, я думаю, что Игорь уже стареет и за все заплатил. Давай оставим его в покое. Да и Катька не хочет его трогать. Раньше ты по-другому говорила. Давай подумаем об этом потом. Ну да, конечно. Надо все пережить, да? Ну, ты все время так говоришь. Да? Да. Никогда не замечала. Но я действительно не люблю спонтанных решений. Надо быть очень уверенным в том, чего ты хочешь, прежде чем бросаться в омут с головой. Об этом ты тоже долго думала? Об этом я мечтала всю свою жизнь. Матвей! Матвей! Ну что? Ну что, победа? Почки восстанавливают работу. Так что я поздравляю вас всех. Да я же говорил, все будет хорошо. Все всегда происходит так, как надо. Слава Богу! Ну где Макс-то? Может, уже опередил чего? Макс у следователя. Там целое дело завели по поджогу клуба. Но звонил, что скоро приедет. Так что придется подождать. Вот, Ваня. Женишься? Своей второй половине воли не давай. Какой половине? В семье Ванечка. Муж одна половина, жена другая. А как же я ей дам того, чего она хочет, если она моя половинка? Значит, мне самому будет плохо? Ну, это ты знаешь очень уж так буквально. А ты слушай, Петенька, слушай. Устами младенца, как говорится, глаголит истина. Это хорошо, что вы с Лёхой вместе. Вы прям созданы друг для друга. Да, ты знаешь, мне кажется, что если бы я была мужчиной, я была бы Лёшей. Вот это да. А я никогда про нас с Евой так не думала. Я вообще никогда не понимала, как ты живешь с этим скупым такого же мужа. Ну, как оказалось, можно и такого любить. Ну, так вы разводитесь? Да. Я окончательно решила. Не куся. Найдешь себе отличного, хорошего, доброго, честного парня. Ты же у нас красавица. А знаешь, что я придумала? Ну? Поеду в Грецию сразу после развода. Мечты же должны сбываться. Просто обязаны. Так, Петр Аристархович, Ксения Михайловна, Светик, Леша, Ванечка, Катя, Ника, Макс.
Второе? А Матвея не будет, что ли? Сейчас я позвоню, узнаю. Давай. Как же тебе идет, дочка? С тобой отдыхать. Я не знаю, куда, может, на море. Только ты и я. Я очень виноват перед тобой. Все это время мне нужно было находиться рядом с тобой. А меня не было. Прости меня, Юль. Прости меня. Я обещаю, что теперь я буду постоянно с тобой. Каждый день, каждую секунду. Алло. Да. Не смогу приехать. Потому что у меня дела. Передавай всем привет. Все, пока. Хорошо. Пока. Нет, к сожалению, его не будет. Ну тогда, может, начнем уже? Нет. Макса подождем. Без папы нельзя. Правильно, сын. О! А с папой уже можно. Макс, привет. Все в сборе. Эх ты мой. Привет, пап. Макс, тебе водочки? Ксения Михайловна, стол роскошный. Спасибо. Все в порядке, следователь. Налей. Да, я потом расскажу. Ну, налей вина. Привет. Так, Светик, салатик положи. Подожди. Салат берите. Еще горячий. Макс, рюмочку. Не откажусь. Никусенька, тебе салатик положи. А мне вина. Так. Так. Ну, побольше положи. Кто-то стоит? Мам, спасибо. А можно я скажу? У меня очень простой тост. Я хочу выпить за тех, кто был рядом с нами в трудную минуту. За тех, кто помогал, поддерживал нас. За самое важное и дорогое в жизни. За вас, мои любимые, родные. За тех, кто помогает верить в то, что все еще будет хорошо. Я вас очень люблю. Ура! 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 Ну, давайте.